Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду вам показывать... Да, я просто буду... Сейчас я буду сюда заливать нашу Пепси. Да. Почему? Она же была холодная. Я специально в холодильнике держал целый день. Почему же она выделилась? Ну ладно, не важно. Так. Да. В общем, сейчас еще открою колу. Итак, друзья, да, здесь теперь липкий стол, потому что здесь вытекла, в общем, вся эта штука. В общем, чем они отличаются? Это наша Pepsi Light, если я не ошибся. Здесь написано первое. Это у нас Pepsi Light. Во второй у нас... Хрен его знает. В этой у нас Pepsi, да. В этой Pepsi. В этой Cola. Вот. Вот так вот. Короче, Light, Pepsi, Cola. Серьезно? Я придумал новое название. Нет, показалось. А теперь я уже запутался, если честно. Ладно, не будем смотреть, какие они вообще есть. Вы видите, я нет. Ладно. Это у нас... Первый, да. Это у нас Pepsi Light. Pepsi Light. Она похожа на Pepsi. Pepsi Light. Она похожа на Pepsi. Это тупо. Ладно. Пробуем нашу колу. Это ж действительно Кока-Кола. Это ж действительно Кока-Кола. И они ничем не отличаются. Сейчас попробуем обычно Пепси. Если честно, мне показалось, что все эти напитки, они одинаковые. Просто я здесь не хочу развивать Кока-Колу, потому что почему-то у меня все банки вдруг разлились, да, по поводу. Он лежит, но не видно так. Я не знаю. Может, надо еще раз попробовать? За просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Бас.
пишите комментарии под видео и не забывайте, что я могу пить. Да, хороший напиток Пепси. Всю жизнь бы его пил. Но я люблю Mountain Dew. В общем, всем удачи и всем пока.